Так, приветствую вас, дорогие зрители и подписчики канала. По небольшим техническим причинам запись была приостановлена, предупредив вас об этом. Поэтому мы продолжаем нашу запись. Сейчас мы ползем по вентиляции. Хорошо. Были. Так, что тут можно взять? Компьютер. Ага, взять хлам. Хорошо. Тут, видимо, ничего полезного. Так, пойдемте сюда. Простите. Иди в терминал. Севастолинк. Папка повреждена, списание. Техническая служба. Вывод из эксплуатации. Ну, мальчики и девочки, наверняка до вас уже дошли слухи насчет Севастополя. Теперь я могу подтвердить это официально. Станцию решено демонтировать. Мы с каждым из вас потом отдельно обсудим, как это отразится на ваших контрактах и куда вас теперь назначат. А потом, а пока, что нам надо поработать. Пиджаки хотят, чтобы мы управились с сокращенным составом. То есть сторонних подрядчиков будет всего ничего, зато всем заплатят сверхурочные. Я советую вам не упустить такой шанс. Еще имейте в виду, вывод из эксплуатации не означает «забирай что хочешь». Все имущество компании строго подотчетно. Если я вижу, что кто-то решил прикарманить оборудование, я лично перевожу ворох начальнику службы безопасности Уэйтсону, шеф. Продолжим. Так, тут я, видимо, смогу пройти, да? А бегать я не могу? Бегать я могу. Давайте попробуем пробежать. Господи, нет. Держись! Держись, держись! Держись! Ох. Вроде живые. Зараза. Так. То, что надо. Использовать. Что у нас тут? Не пройдем. Так, пойдемте вперед, посмотрим, что у нас тут. Так, это чтобы присесть надо, да? Ну и пулина тут-то. Здесь ничего. Ага, и вот тут, видимо, выход. Хорошо. Станция, по-моему, скоро развалится на части. Убираем все. Тут нам не пройти. Сенсор. Возьмем. Больше ничего не вижу. Хорошо, идем обратно. Так. Так, так, так. Что ж так длинно идешь? Здесь у нас. Чего? Ты всегда знаешь работу Джоу. Клей. Отлично. Еще ничего нету. Пойдемте. Эй, есть тут кто?
Офигеть. Это что еще? Картина просто воодушевляет. Человек на темном фоне. Хорошо, обновляется. Понятно. Давайте-ка сохранимся. Е, много раз нажимать Е надо. Давай заводись уже, что мы тут заводим. Генератор какой-то, блин. Ага, 2000 KGVC generator. Окей. Что-то вроде двигается, нет? Никого нет? Мне показалось, это пыль, оказывается. Лэнгли заначку нашу не ищи, а перепрятала. Ты ее оставь прямо у всех на виду. Господи, ты хоть представляешь, с каким трудом мне все это досталось? Я спрятал ее в одном из шкафчиков. Ты быстро найдешь код 0340. Надо запомнить. Не волнуйся, туда никто не ходит после того, что случилось в терминале. Еще у нас кончились лекарства и воды совсем мало. Господи, опять что такое? Совсем мало. Теперь твоя очередь идти за припасами. Может, это научит тебя бережнее обращаться с добычей, Анна. Так, вывод станции из эксплуатации. Мы вместе преодолели длинный путь, но, увы, он подошел к концу. Компания Сингсон благодарит всех, кто жил и работал на станции, всего 100 линок. Это не просто станция, это люди. Хорошо, понятно. Харрис, Таргер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Дадим электричество. Люди! Люди! Люди, куда вы побежали? Стойте, я тоже сами хочу. Стойте! Люди! Двери за собой закрыли, какие предусмотрительные. Забираемся с собой. Там уже еще какой-то ящичек. Так, что в нем? Клей, вещество. Хорошо, забираем все. Похоже, нам вперед. Провода, вон станция просто... Просто разваливается на части. Что на ней случилось, пока не ясно. О, это что такое? Ёх. У меня половина жизни. Блин. Фу, я еще испугался. Что тут случилось? Действительно, что тут случилось? Пойдемте-ка посмотрим. Дыра какая-то. Там нам не пройти. Тут, по сути, по видимости, тоже не пройти. Ну что ж, придется идти направо, наверх. Здесь закрыто.
все. Ставим попасть. Сейчас надо завести наш великолепный генератор. Вы, кстати, заметили, что тут любое действие с третьего раза происходит? Что сохранение с третьего раза после трех загорающихся лампочек? И что, можно поиграть? Нет? В номере люкс. Зои, извини, но на следующей неделе ты у меня больше не работаешь. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами. Теперь у меня иссякли аргументы перед кредиторами. На Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо, не только у нас. И, судя по всему, станция приносит одни убытки. И от нее решили избавиться. Продадут на металлолом, наверное. Я разговаривал с одним инженером, он сказал, скоро объявят официально. Это я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зря и не искала тут другую работу на Севастополе. Можно ставить крест. Попытай счастье в другом месте. Все, похоже. Так, там был какой-то еще файлик общий. Давай. Всем сотрудникам космопорта, всем работникам космопорта в целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что в ближайшее время все рейсы станции отменены и кораблей в наличии нет. Как только появятся новости о возобновлении полетов, мы сообщим распоряжение начальника службы безопасности Уэйтса. Что такое Аполло? Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Sixon и обслуживает все каналы связи на станции. Где бы вы ни находились, в надежных руках Sixon, вместе к светлому будущему. Интересно, здесь еще и какой-то искусственный интеллект, что ли? Ну, вот, смотрите, раз, два, три. И сохраняемся. Здорово. Джон, после многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов, и разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Значит, Уэйтс все знает, надо нам найти его. Так, а сейчас нам куда идти-то? Снова наверх или... Так, здесь нам не пройти. Судя по всему, назад. Так, дверь не открыта. Я чего-то не понимаю, видимо. Наверное, сюда. Так, может, здесь есть какой-то скрытый люк опять. Здесь же нам не пройти. Нет, здесь мы не пройдем. Угу. Интересно. Тогда куда же нам идти? Возможно, здесь что-то открылось. Да, здесь какая-то дверь. Нужен ионный резак. У меня нет ионного резака. Нужен ионный резак. Здорово.
Видимо, я где-то что-то упустил. Сумка? А в сумке что есть? Ну, не может быть. Дверь. Дверь заперта. Нет-нет-нет, вход где-то там должен быть, это точно. Либо игра сломалась, либо я не знаю, где выход. Что у нас тут? Просто место отдыха. Компьютер, который не работает. Плохо. Ну где же выход? Выход. Мне нужен выход. Я хочу уйти отсюда. Возможно, я тут что-то упустил. Да. Станция скоро расшатает мои нервы. Окей. Открыть. Вылазим. Вылазим, вылазим. И... идем. Так, а по дороге нужно посмотреть вкусняшки. Тут все на куски разваливается. Да ладно тебе. Ну мы-то же выживем с тобой. Я очень на это надеюсь. Похоже, это нужно двинуть, да? Те же было использовать только что. Хорошо. Хлам. Вот эта вот труба не свалилась. Ты кто? Вот гад. Куда-то спрятался. Ничего нету. Пойдемте. Так. Тут ничего нет. Пойдемте сюда. Тут, видимо, надо завести генератор опять. Я же не иммигрант. Хорошо, пойдемте. Посмотрим. Так, здесь нужен специнструмент. Сюда мы не пройдем. Понятно. Primer airlock. Так. Судя по всему, тут мы тоже не пройдем. Здесь что надо? Плазменный резак.
уже не пройдем. Тут нужен неон резак. Там кто-то мертвый лежит. Что, видимо, тут мы не пройдем. Так. Тут я ничего не вижу. Хорошо, пойдемте дальше. Господи, ты что так пугаешь-то? Хоррор. Fuck the mascarals. Ну, короче, что тут? Так. Тут надо что-то в коробочке спрятаться. Интересно. А зачем мне прятаться? Только комнат, куда можно пройти. О, нет, здесь я что-то не хочу находиться. Пойдемте-ка дальше. В ту комнату. Надеюсь, здесь никого не будет. О, господи. Так. Что тут у нас есть? Это залазить. Так, я до сих пор ничего не могу. Не могу. Нет, файер. Как мне файер убрать? Ладно. Будем, если что, обороняться. Обороняться фаером. Я хочу подать жалобу. Жалобу этому. Короче, самому большому начальнику. Меня звать так вот. Мне это нужно больше, чем тебе. Вот, сам. Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. Когда на станцию пробралась какая-то хрень. Ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери закрыли. Спрятались и сидят. Мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди. Я замерз уже. Это, наверное, ты, да? Так, удерживайте правую кнопку мыши. А, вместе, что ли? Нажимайте А. Да, довольно непривычное управление, но привыкаешь. Хорошо. Валим отсюда. Откроем здесь. Так, что у нас тут? Клей. Мы допрашиваемого Хайст. Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть?
Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Стесняется, конечно же. Наваляли потом бедному парню. Хорошо, пойдемте обратно. Что за звуки? Здесь кто-то есть? Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Там у нас была одна комната, которую можно было открыть специнструментом. Сейчас проверим. Да, вот эта комната. Так, что у нас тут? Шприц. Мне так сделать аптечку. Ладно, мы в следующей серии узнаем, как она изготавливается. Там остальное все было нужно было через. Так, давайте-ка посмотрим. Плазменная выдача багажа. Зал ожидания. Ага. Так, здесь не пройти, здесь не пройти. Все понятно. Все, здесь больше ничего нет. Уходим. Идем, значит. Так, проверим-ка вот терминал. Вверх. Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, ха, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца. Ясно? Ясно. Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем.
Сегодня твой счастливый день. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Итак, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давай, я не намерен тут долго торчать. Мы продолжим прохождение данной серии. Или... Подождите, мы же тут сейчас сохраниться-то не сможем. Давайте до следующего сохранения. Немножко поторопился я. Сейчас найдем сохранение. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Хорошо, приезжайте сами. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Окей. Надеюсь, про корабль ты не соврала. Проверяешь, да? Ну что ж, спасибо за просмотр. Мы с Акселем вернемся к вам в следующей серии. Пока-пока-пока.